На спартакиаду дошкольников съехались дети из нескольких образовательных учреждений округа. Родители тоже не остались в стороне, они приняли активное участие в соревнованиях. Мы представляем Лопатинскую СОЖ. Мы из третьего отделения детского садика. Решили поучаствовать, потому что мы команда, потому что мы достаточно активные. Участников поприветствовала заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Она отметила, как важна сплоченность семей. Дорогие спортсмены, ребята, сильные, смелые, уважаемые родители, огромное спасибо вам всем, что вы уже победители и сегодня в этом зале. Мы желаем вам всех побед в преддверии Дня Матери. Хотим поздравить всех матерей с этим праздником. Сегодня для семьи Долматовых особенный день. Таня вместе с мамой не только приняла участие в состязаниях, но и была награждена золотым значком ГТО. У нас спортивная семья, мы любим спорт, участвуем везде и с радостью приходим на все спортивные мероприятия в Ленинском городском округе. В прошлом году мы участвовали, мама, папа, я, спортивная семья и заняли второе место. Спортивные соревнования позволяют проявить себя и развить лидерские качества. А показать свои сильные стороны здесь можно было в самых разных направлениях. Эстафеты на разные виды движений, то есть и на ловкость, и на быстроту, и на работу с мячом. И вот по скорости прохождения каждого конкурсного этапа будет определяться победитель. Главное не победа, а участие и коллективная работа. Удовольствие от спартакиады получил каждый из ребят и их родителей. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.